Всем доброго времени суток, Мерекин Наталья, центр Альфа Мега Плюс представляет вам гороскоп на 4 октября 2018 года. Луна во Льве, 25-й лунный день. Сегодня в 21 час мы вас ждем на вебинар Рассейн, который называется «Уникальная система очищения». Вы узнаете, как легко и без усилий очистить не только физическое тело, но и свою ауру. Как эффективно очистить свое пространство, как сохранить чистую энергию и тем самым хорошее самочувствие и здоровье. Сегодня благоприятный момент для встречи с друзьями и общения в кругу семьи. Легко уладить давние разногласия, найти общий язык и обрести новых союзников. Вечер желательно посвятить спокойному отдыху. День вообще очень спокойный и благостный, предназначенный для внутреннего уединения и созерцания, исключающий всякую физическую активность и инициативу. Неудивительно, что символ сегодняшнего дня – черепаха. Будьте подобны черепахе. Сегодня не следует проявлять поспешность, нужно быть обстоятельным и неторопливым. Опасны любые проявления высокомерия и гордыни. Не поддавайтесь сиюминутным настроениям. Соизмеряйте ваши желания и реальные возможности. Будьте со всеми людьми доброжелательны и предупредительны. Сегодня будет легче добиться намеченных целей, потому что усилится интуиция. В старых делах появятся перспективы. Советы и помощь окружающих будут очень кстати. Магия дня благоприятна для гадания, прорицания и медитации. Из бытовых дел займитесь выпечкой, обустройством дома, покупка подарков, украшений, стрижкой и окрашиванием волос. Сегодня можно делать только незначительные покупки. Нельзя брать в долг и не стоит давать в долг, потому что могут возникнуть проблемы с возвратом. Наступил период успеха в личной жизни. Это хорошее время для развлечений и для того, чтобы покорить сердце любимого человека и произвести впечатление. По здоровью сегодня недопустимы операции на сердце, позвоночнике, кровеносной системе. Также не стоит посещать баню или сауну. День сегодня нейтрален для большинства знаков зодиака. Благоприятен он для овнов, весов и водолеев. Всем до завтра!